Вечернее шоу Аллы Довлатовой на Русском радио. А, Максим, скажите, вот вы даете свой знак качества. А может такое наш случиться? Наш с вами знак качества. Наш с вами. Государственный знак качества, да. А может такое случиться, что через полгода этот производитель не будет ему соответствовать, а начнет туда пихать, не пойми что? Очень часто проверяем. То есть всем тем, сейчас около 220 получателей государственного знака качества. И мы постоянно выходим на полки, отбираем их продукцию и проверяем. Потом они не знают, когда мы отобрали, где, в каком городе, в какой торговой точке. Поэтому я уверен, что они не хотят быть первым производителем, кто потеряет государственный знак качества. Никто этого точно не хочет, потому что об этом точно узнают наши с вами потребители. Поэтому в настоящий момент Ни одного такого случая не было? Не было пока. Ну ладно, хорошо. Вечернее шоу Аллы Довлатовой на Русском радио.